Всем привет! Куда мы сегодня приехали? А мы сегодня приехали в город Дарва. Взяли мы с Наташей несколько велосипедов. И сейчас хотим проехаться... Каждому по несколько. Проехаться по набережной до Монреаля. Да. Сейчас мы подъедем к воде, к речке. Там отстегнем велосипеды. И поедем по набережной в сторону Монреаля. Туда где-то около 17 километров. Во, проезжаем наш 125-й дом. Именно в этом доме мы жили когда-то. Прямо возле речки. Тут вот дорогу переехал. Припарковались мы на стоянке возле речки, выгрузил велосипеды. Сейчас поедем, как Маша сказала, по местам боевой славы вдоль речки, как бы по направлению к Монреалю. Добрались мы сюда уже около полседьмого вечера, так что думаю, что будем возвращаться, уже будет сумерки или темно даже. 25 сентября, как бы сравнительно еще тепло, прекрасная погода, много людей, хотя и уже вечер. То есть свернула дорожка, у дороги едет, а потом резко опять сворачивать в парк. Осторожно, Наташ, мостик. Мостик, осторожно. Осторожно, впереди человек. Осторожно, Наташа, осторожно. Наташа, осторожно. Можно нам остановиться, карту посмотреть? Окей, давай тут остановимся. Ну так, я тебя жду.
деревья уже. Есть сумерки, но тут интересные фонарики горят. Свернули мы с дороги, которая шла вдоль речки. Сейчас мы едем вдоль канала, перпендикуляр на речке. Карта показывает, что нам ехать еще 40 минут до старого порта. Это как раз туда, куда мы направляемся. Старый порт Монреаля. Нормально, не слепит. Уже так хорошо стемнело, но еще как бы такие сумерки. Большой плюс, что тут фонарики. У меня тоже впереди фара, хорошо светит. Пока что едем вдоль канала того же, теми же фонариками. Пока что на всем пути этом или только два человека, я и Наташа. Периодически попадаются пешеходы, прогуливающиеся. Стоим мы сейчас на мосту. Смотри, вот еще дорога, видишь, вдоль. Так что, значит, можно и так. Все так же едем вдоль канала. Только канал уже у нас слева. Мы ехали, канал у нас будет справа. Сейчас мы его переехали на другую сторону. Много людей. Тут что-то непонятно. Правильно мы едем или нет? Возможно, туда и надо было ехать. Осторожно, батарея-то на дороге опять остановилась, Наташа. Сбоку встань чуть-чуть. Или давай мы уже проедем мост уже, все равно уже заехали. Что, правильно? Осторожно, сзади люди. Осторожно, руки на тормозах держи. Опять переехали канал. Опять у нас канал справа оказался. Мы едем слева от него.
переехала там еще раньше. Говорит, переехала белку. Переходила дорогу, где белка перебегала. Прям под колеса прыгнула. Она говорит, хорошо, что я ее не увидела перед этим переезжать. А то могла бы сама бы перевернуться. Так, у нас какой-то здесь светофор наш. Не знаю нам куда. Чуть-чуть здесь запутались. Это мы уже, получается, едем по Монреалю. Где-то доезжаем. Здесь до старого порта. Да, мы уже здесь. Пошли по дороге. Гуляли в порту, зашли в город, купили помороженое с Наташей, съели. Сейчас будем ехать назад. Показывает нам назад ехать где-то на велосипедах час. До Дарваля, до нашей стоянки, где мы поставили машину. И потом уже поедем в Сан-Усташ. Немножко посидели возле фонтанчиков у воды. Вот, отдохнули. Сейчас отправились назад на стоянку в Дарваль. Едем потихоньку назад. Оказалось, что мы проехали до Монреаля почти 20 километров. 19 с чем-то. Вот. Сейчас мы едем назад около 9 часов вечера. Вот. Ну, хорошо едется. Да, ветра почти нету, тихо, спокойно, машин тут, конечно, нету, вдали от машины, от дороги далеко, как бы метров, не знаю, 100, вдоль канала всегда идет дорожка, и, кстати, туда мы ехали по одной стороне, а назад по другой стороне. Не то, что мы специально, просто можно и туда поехать. Вот, мы думали, что мы что-то там заблудились. А оказалось, что там у них, чтобы никого не обидеть, сделали дорожки и тем, и левобережным, и правобережным. Сейчас уже начало 10-го. Едем с Наташей как будто одни. Но периодически люди навстречу попадаются и по пути нас все преследуют. Те же фонарики, за что им большой низкий поклон, потому что без них бы просто бы было немножко несподручно. Хотя у нас и фара, но фонарики просто освещают, как бы такой делают уют, как бы приятно ехать. Нам еще осталось где-то около 10 километров до нашей стоянки в Дарвале. Все, заехали мы уже в Лошин. Доехали до Лошина. Так что осталось нам тут 15 минут. И мы будем в Дарвале. На стоянке там, где возьмем машину и поедем уже в Сан-Усташ, домой, до хаты. Мы здесь, в Дарвале, в Лошине, катались на велосипедах давно. Не знаю сколько, еще Софийка маленькая была. Я в коляске ее возил.
Вот, я не помню уже, были здесь фонари, не были. Там, где мы ехали, там были фонари, а здесь не помню. Ну, сейчас вот возвращаемся, такие фонари тут есть. Хоть не так часто, но все равно не полная такая тема. Что-то бывает видно. Не, в Лошине они что-то тут с фонарями решили, что один хватит. Каких 10 метров? 50 или сколько? От фонаря до фонаря темень. Сильная темень. Вот. Как бы вот мост, подъезд к мосту, фонаря нету. Так и не видно, что тут мост какой-то. А, да. А, Наташа там, Наташа в GPS-телефоне включен. Говорит, что поворачивайте направо-налево. Напугалась? Кто за мной едет, говорит. Да, мы выехали, тут маленький участок возле дороги идет. Ни одной машины нет. Будто мы тут одни в городе, в Лошине. Едем с Наташей. Посмотреть, сворачиваем к речке. Буквально, я не знаю, 200 метров от дороги. Просто причал какой-то. Нельзя проехать у речки. Так они такой объезд сделали. Осторожно, Наташ, тут крутой спуск. О, тут зато иллюминации они именно не пожалели. Тут вон каждые 10 метров фонарик. Подъезжаем к родным местам, дорвали. Завтра выходной, воскресенье, можно погулять. Конечно, воскресенье перед работой мы так не ехать поздно. Так можно себе позволить. Что, ребята, мы добрались, доехали до стоянки, вот машина. И здесь тишина, очень тихо. Здесь, когда мы приехали, в парке был движняк, люди. Сейчас никого нету. Очень тихо.